Ассаламу алейкум, мәрімі әсен бәтәнләрім. Здравствуйте, дорогие друзья и дорогие мои слушатели. Хотел бы поговорить с вами сегодня на тему, как 21 числа армянские сепаратисты провели очередное шоу-программу на Горном Карабахе. Как вы уже знаете, 21 числа они провели какую-то там инаугурацию какого-то президента, непризнанного какой-то республики. Знаете, друзья, такие игры вот этот оккупационный режим устраивал и прежде. Но на этот раз провокационное вот это действие развернулось уже не в Ханкенди, а в Шуше. А это уже меняет многое, если не все. Потому что Шуша – это историческая столица Карабаха. Город, имеющий для нас исключительное значение. И как культурный центр. И как ценнейший историко-архитектурный комплекс, и как символ. И тут не надо удивляться вот этому валу возмущения в общественном мнении у нас, что в ответ на армянские провокации надо было ударить по Шуше. Ну понятно, что сегодня на фоне пандемии коронавируса и действующих карантинных мер митинги и массовые акции нельзя проводить. Но есть такой барометр общественного мнения, как социальные сети, где не просто призывали к удару по Шуше с тем, чтобы накрыть верхушку сепаратистов и их ереванских хозяев. Но появились даже недвусмысленный такой хэштег «Шушанам вур». Тем более в те дни у нас проводились масштабные военные учения. Но на самом деле ли мы должны были ударить по Шуше в тот день? Я специально постараюсь воздержаться от повторения традиционных таких понятий на тему эмоций на войне плохой советчик, надо не поддаваться чувствам, а собирать их в кулак, и вообще действовать надо на холодную голову. Просто есть и другие соображения. Прежде всего, Шуша это просто, не просто точка на карте, где можно поймать прицел верхушки армянских агрессоров. Это прежде всего древний азербайджанский город с ценнейшими архитектурными и историческими памятниками от нанесения ущерба, которым лучше воздержаться. Не говоря уже о военно-тактических соображениях. Если нужно ударить, то бить надо туда, куда надо, и тогда, когда надо. И когда этого удара по другую сторону линии фронта обычно не ждут. А кроме военно-тактических соображений, есть еще и политическая сторона вопроса. В результате такого вот поведения армянской стороны, назвать которые вызывающим и безответственным, это непозволительно мягко. У нас в обществе сформировался сильный запрос на войну. И этот сдвиг общественного мнения слишком значительный. А политические реалии, благодаря которым он сформировался, слишком серьезные, чтобы все это могло закончиться ничем. И самое главное, армянские оккупанты не просто перенесли шоу из Ханкенды в Шушу. Устроенное в оккупированной столице Карабахского ханства провокационное шоу с участием Никола Пашиняна. Это неприкрытая демонстрация, что в Армении настроено на провокации и продолжение оккупации, а не на диалог и поиск компромисса. И вот после такого провокационного месседжа надежд на успех дипломатов и переговоров, честно говоря, остается немного. Шанс на мирное решение Армения просто упустила. Она сегодня демонстративно бросает вызов нам. А это значит, что в дело вступают уже другие соображения. У нас были и есть все правовые основания для удара по сепаратистам. Созданный Арменией в Карабахе режим – это, по сути, террористическая группировка. И у нашей страны есть право провести антитеррористическую зачистку по типу той, которую сегодня реализует, допустим, вот Турция в Сирии или в Ираке. Более того, нам предстоит действовать на собственной территории, имея в руках правовую папку с признанными границами и четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН. Тем более у нашей страны есть технические средства не просто для одного удара,
а для настоящей широкомасштабной зачистки, сочетающей и точечные удары, и войсковые операции, и многое другое. Просто в начале наступления не объявляют при помощи хэштегов в социальных сетях. Тут удивляет даже молчание Москвы, которое ни для кого не является секретом, имеет рычаги влияния на Ереван и установленный им марионеточный режим на наших землях. Именно она остановила Баку от деоккупации своих территорий в апреле 2016 года. Но остановит ли она снова нас? Или она своим молчанием предоставляет нам карт-бланш? Как бы там ни было, мы спасем Шушу и остальные свои оккупированные города. В этом никто пусть не сомневается. Но другой вопрос в том, когда же это наконец-то все произойдет? Намеченная провокация – идеальный повод для нас, который вместо дежурного митевского заявления мог бы созвать экстренную встречу с посредниками Минской группы, затребовать оценку происходящего и уже дальше, в случае, если не последует адресного заявления, поставить жесткий ультиматум. Или Ереван официально объявляет о выходе из переговорного процесса, или же Баку делает это сам, предупреждая, что вся ответственность за дальнейшую ситуацию ложится на Армению. Потому что Шуша – та самая красная черта. И у нас есть моральное право прибегнуть к наказанию виновников всех своих бед. Пора положить этому конец. Даже ценой больших потерь, в том числе пусть даже репутационных. Мировому сообществу сегодня давно нет дела до нашего карабахского конфликта. И мы должны это наконец-то признать. Нет и действенного переговорного механизма, который бы включал не только призывы и увещевания, но и реальные меры давления на Армению. А это значит, что после армянской провокации в Шуше для нас самих настало время уточнять собственную тактику в таком вопросе, как выбор средств для освобождения собственно захваченных земель. Потому что власти Армении, контролирующие сепаратистский режим в Карабахе, уже перешли красную черту. Несмотря на то, что все годы после заключения режима прекращения огня, мы терпеливо старались решить конфликт мирным путем. Но каждому терпению рано или поздно приходит конец. Но сколько можно вести пустые переговоры? А уж тем более в условиях, когда нас явно провоцируют на военный удар. Но удар будет. Он будет очень мощным, учитывая арсенал, боевой дух и настрой нашей армии. И его результатом станет восстановление территориальной целостности нашей республики. Я в этом ни на минуту не сомневаюсь. И хочу еще раз сказать, что проведенное вот это шоу в Шуше – это последний гвоздь переговорный процесс. И забили его именно армяне, которые прикрываются фальшивым лозунгом о выборе народа. О каком народе тут можно идти речь? Об армянском? Так он давно уже сделал свой выбор, самоопределился на территории Республики Армении. А Шуша, как и весь Карабах, это территория Азербайджана, с которой варварским путем было изгнано коренное азербайджанское население. Что ж, теперь руки у нас развязаны. Но понимают ли армяне последствия своей деструктивной позиции и политики? Ведь когда место наших дипломатов займет наша армия, карабахским сепаратистам и их хозяевам будет явно не до шоу и всяких там инаугураций. Но пенять тогда им будет нужно лишь на самих себя. На этом у меня все. До свидания. До новых встреч, дорогие друзья.